В эфире Первого Ярославского утреннее телерадиошоу «Первая студия». Но важнее всего погода в доме, поэтому сейчас у нас на связи мать и слушайте, непростая я бы сказал, замечательная мама и пример всем мамам. Мама-героиня даже. Мама-героиня. Елизавета Стригалева, мать 10 детей. Вот я это да. Я предлагаю встретить аплодисментами и сказать доброе ура! Утро, Елизавета. Доброе утро, Ярослав. Елизавета, вы, конечно, героиня. Мы знаем, что 10 детей у вас, и вы родили их сами, и это очень здорово. Подскажите, пожалуйста, как так получилось? 10 детей. Обычно, знаете, останавливаются сейчас на одном или на двух. Ну, дети у нас все желанные, все любимые, поэтому каждые роды, они приносят в нашу семейную жизнь только новшество, счастье и радость. Поэтому 10 детей – это наш... Елизавета, ну, к вам тогда вопрос. Вы можете сказать, что один из главных тогда факторов счастливого брака – это вот как раз дети? Ну, дети не позволяют нам расслабляться, это раз. Во-первых, у нас всегда занято время именно на детей, на то, чтобы воспитать их правильно, чтобы в доме было все хорошо. Поэтому у нас не хватает времени только на одно, чтобы ругаться. Вот это, кстати, здорово. Отличный совет. Во-первых, не скучно никогда. Не во-вторых, скучно, никогда не ругайтесь. Елизавета, да, знаю я, что была такая ситуация. После первого ребенка вам сказали, что детей у вас быть не может. А потом, когда вы уже забеременели вторым, была возможность просто родить очень сложно или даже не родить. Но вы на свой страх и риск пошли, а потом так оказалось, что раз и 10 детей. Это чудо! Это счастье, это чудо, это Божий дар. Ну и... Главный вопрос, перед тем, как мы попросим вас передать приветы, скажите, пожалуйста, вот вы же, получается, с мужем сколько уже прожили вместе? У нас в прошлом году была серебряная свадьба. Серебряная свадьба. И такой, наверное, каверзный, но интересный вопрос. 10 детей – это все или на этом не остановитесь? Ну, я думаю, что теперь уже внуков будем ждать. Теперь уже ждать внуков. Ну что ж, Елизавета, передавайте приветы, да. Ну, передаю огромный привет мужу, он только что уехал у меня на работу на сутки, всем ярославцам, и хочу поздравить вот с крещением, пусть крещенская вода смоет все проблемы и подарит всем ярославцам и всем слушателям вашей программы, зрителям здоровья, благополучия, крепкие-крепкие семьи. Семья – это здорово, любите друг друга, умейте уважать и свои интересы ставить выше... Не стоит. То есть интересы своих любимых все-таки должны быть в приоритете. Спасибо большое, Елизавета. Вот мы вам желаем также в первую очередь все-таки сил и всегда находиться в таком позитивном, добром настроении, конечно, здоровья. Конечно, здоровья всей большой крепкой семьи. Удачи вам. Первая студия.